Джош? Джош! Джош! Очень хорошо! Вы правильно догадались! После всего, что вам пришлось пережить, очень-очень хорошо! Ну и как вам, а? Понравилось вам? Страх, унижение, беззащитность, паника. Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет. Их больше нет. Если ты не заметил, Джош, никто из нас не смеется. О, ну что вы, что вы, что вы, что вы? К чему такие унылые физиономии? Иногда полезно заставить сердечко колотиться. Как забились ваши маленькие сердечки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Надеюсь, вы заценили мой фантазмагорический спектакль. Ну, то есть, все мелочи учтены, все возможности использованы. Это такое наслаждение управлять вами. Куклами с такими предсказуемыми реакциями. И кровища. Кровища, море крови, бутафорские тела. Это все недешево. И никаких дублей. Нет-нет, но каков был эффект? Видели бы вы свои рожи. Уж вы-то все приняли за чистую монету. Джош, зачем ты это делаешь? Даже не спрашивай. Этого чокнутого недомерка. Бесполезно. У него крыша съехала. Видать, на колеса забил. Ну какие колеса? Месть! Вот лучшее лекарство. Тебе хана. Майк, он болен. Бросьте, вы еще будете меня благодарить, когда станете сенсацией в интернете. Что-что? О, это будет просто мега-хит. Он облетит всю планету. Тут вам и безответная любовь, и кровища, море кровищи. Да всех жестких дисков Китая не хватит, чтобы пересчитать количество... Прессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! Крис, загородный дом 7 Вашингтон, 341. Вы что делаете? Может, хватит, а? Заткнись! Крис! Братан! Я тебе не брат. Куда мы идем? Куда вы меня тащите? Запрем тебя, братан. Что? Посидишь там до утра, пока не приедет полиция. Да вы чё? Я ничего не сделал. Ты издеваешься, что ли? Ты убийца грёбаный. Майк, поверь мне, я ничего не сделал. Я твою Джессику пальцем не тронул. Пренебрежение. Знаешь, лучше заткнись. Крис, старик, ну ты чего? Мы же партнеры. Я не хочу это слышать. Ладно, манди дальше. Ты видишь только то, что хочешь видеть. Ты... Закрой слеп. Рот! Ты... А! Чувак! А! Ну не моя вина, что вы шуток не понимаете. О, что, больно тебе? Что, слегка ударился? Ну, прости меня, пожалуйста! Хватит! Ну ты что? Все! Майкл, мне очень жаль. Выразить не могу, как мне жаль... что Джессика пострадала, но я клянусь тебе, я вообще ничего об этом не знаю. Ярость. Джош, ответь честно. Ты реально думаешь, что мы тебе поверим хоть на секунду после всего, что ты нам тут устроил? Может, давайте жить дружно? Больно! Думаешь, мы прикалываемся? Все не так. Не так. Все должно быть совсем по-другому. Устроили травлю! Слушайте, а почему вы так со мной поступаете? Все равно у вас кишка тонка. Вы ни на что не способны, слабаки! Оправдание. Ладно, уж кто бы говорил-то, трус. Ага, я способен. Вы поверили в созданную мной реальность.
Я показал вам те стороны, которые вы от себя скрывали. Ты манипулировал, ты лгал, жестоко издевался над нами и при этом сам отсиживался в кустах. Ты жалкий трус, Джош, вот и все. Значит, связывайте меня, да? Не дергайся. Ага, ладно, ладно, ладно. Сижу. Кто дергается, того неудобно связывать. Джош, слушай. Ну, немножко-то дай подергаться, а? Что сделать, чтобы ты заткнулся? А, не так сильно! Эй! Не так сильно, а то не подергать. В пластиковых стяжках я свалю. Что? Что за чушь? Что за чушь он теперь мелит? Смотреть против. Заложников. Гарантия. Раньше такое было? Или нет, мы вернем по крайней вам мере, деньги. Я не слышал. Все тупые. Тупые, тупые, тупые. Крис и Эш. Крис тупица, Эш дура дурый. Что? Что ты сказал? Что ты болван, болван. Да что с тобой? О, Эшли. О. Эшли, ничего, не бойся, я тебя спасу! Я даже не мечтал, что могу тебе понравиться. Хватит! Знакомый звук? Это твои не случившиеся поцелуи с Эшли, сыкло! Хватит! Да, знаешь, пусть лучше Эшли спит с Майком. У этого есть зарубки на прикладе. Так? Уж он-то точно мужик! А ты просто ничтожество, Крис! Я ему башку снесу! Не слушай его! Ни к чему. Эй, Майк! Майк, 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 Майк! Майк! Что? Что случилось? С Джесс, Майк? Ты знаешь что? Нет. Нет, я не знаю. У меня есть проблема, Майк. Не помню, как убивал Джесс. Дебил. Ну, то есть я бы наверняка запомнил, как убивала я, понимаешь? Она такая сладкая. И, наверное, у нее такая тугая, крепкая попка. Заткни свой поганый рот! Да, у парня крыша потекла совсем. Разоружить? Обалдел! Что? Думал, я выстрелю? Не знаю. Да ладно, Крис, ты же меня знаешь. Да, Крис, ну ты же меня знаешь. А, ясно. В следующий раз ты хоть предупреждай, ладно? Бедолаги. Даже в плохого хорошего полицейского сыграть не могут. Куда вам против спеца? Иди-ка ты в дом. Проследи, чтобы все было нормально. А я побуду с этим психом. Потусим. Эй, может, закажем пиццу? Майк, ты уверен? Они там, наверное, с ума сходят. Ты прав. Увидимся утром. Ранее дожить до рассвета. Джош? Джош! Понравилось вам? Страх? Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет! Их больше нет! Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! Что случилось? С Джесс, Майк? Не помню, как убивал Джесс. Дебил. О, боже. О, господи, Мэтт! Глава 8. Откровение. 3 часа до рассвета. Тихо! Не подходи! Держи! И убирайся отсюда! Живо! О, черт.
Эмили Шахты 401. Ладно. Да. Боже мой. Ладно, Эм. Ну-ка, давай. Найдена улика, романтическая открытка. На обороте Билли Бэйнс, взрывной отряд, северно-западная горнодобывающая компания Альберта. Привет, Билли. Хорошо повеселились? Если будешь в Калигари, позвони мне. Целую, Лоретта. Блэквудские шахты. В этой части шахт недавно произошло обрушение несущих конструкций. Обратитесь к прорабу Х. Теннер. СМ. Карту. 7А. Тотем удачи. Надо идти туда. Мать твою, как страшно было. Что это? Нет! Черт! Идти направо. Спрыгнуть.
блин, с такой высоты упала, там по-любому спину можно сломать. Что еще? Откройте! Откройте! Открывай скорей! Запри дверь! Боже, запри дверь! Эм, ты цела? Я думала, не добегу. Ты орала, как резаная. Эм, ты цела? У тебя лица нет? Там было что-то. Где мы? Давай, садись, садись. Там что-то. Вы разделились? Там монстр, монстр! Стой, стой. Крис, дом Вашингтонов. 4.23. Какое замешательство? Я говорю, там что-то есть. Мысли? Эш, успокойся, это Джош, это все Джош. Нет, 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 послушайте. Мы связали его, бояться нечего. Нет, он гнался за мной, это не человек. Постой. Замешательство. Эм, расскажи, что там случилось. Я пытаюсь рассказать. Мы с Мэттом полезли на вышку, а она рухнула. Просто взяла и упала прямо в шахту. Стой, стой, в какую еще шахту? Здесь повсюду шахты под землей, и когда вышка упала, мы провалились туда, прямо вниз. Я не понимаю, вышка упала? Как упала? Все еще хуже. Ну, что-то вроде лагеря, где явно жили люди. Там были отметки на стене. Они могли упасть в шахту. Нифига себе. Думаю, они не разбились насмерть, но что-то произошло именно в тот день. Что? И на стене была дата. Тот день. В том году. Когда они пропали. Слушайте, там на вышке был передатчик, и я смогла выйти на связь, но потом вышка тут же рухнула. Эм, ты вернулась? О, господи, Майк. А где Мэтт? Мы пока не знаем. И еще какой-то монстр, который гнался за ней. Она не в себе просто. Эмили, Эм? Опа. Это еще кто? Кажется, к вам пришли гости. Джесс. Извини, но кто там? Не знаю, надо проверить. Я с тобой. Хорошо. Предложение. Ладно. Открываю дверь. Готов? Готов? Да открывай, наконец, пока наш гость не ушел. Или дай пистолет и открой сам. Нет, нет, нет. Так будет лучше. Ты открывай, а я прикрою. Черт! Черт! О-о-о-о! Не с места! А ну-ка, стой. Стоять. А-а-а! Какого? Старик, полегче. Так, давайте успокоимся. Идите-ка все вон туда. Идите и послушайте, что я вам скажу. Я пришел рассказать, что ждет вас на этой горе. Не надо было вам возвращаться. Особенно после того, что было в прошлом году. Вы про Ханну и Бет? Да, откуда? Разве ты их видел? Вы их убили. Полегче на поворотах. Мне, знаете ли, совсем не нравится, что вы явились тут на мою гору. Твою гору? Вот Вашингтону удивятся, когда услышат. Ну, гора это не моя, ты прав. Но и Вашингтон здесь не хозяева. Эта гора принадлежит Виндиго. Кому? Что он несет? Какое нахрен Виндиго? Послушаем его. Как будто есть выбор. Я повторять не собираюсь. Мне не важно, верите вы мне или нет. Но я должен снять с себя этот груз. Вот. Я же говорил, он преступник. Сто пудов. Шш, тихо, Майк. Страшное проклятие лежит на этих горах. И как только в этом лесу появляются людоеды,
дух Вендиго выходит на свободу. О, черт. Вам нужно где-то спрятаться. Может быть, в подвале? Хорошо. Тогда все спускайтесь туда и ждите. Чего? Зачем? Долго? До рассвета. Ребята, я бросил Джоша, когда услышал Эмили. Где ты его оставил? В сарае. Твоего друга уже не спасти. Нет. Не может быть. Мы только что были с ним. На этой горе все происходит быстро. Нет. Я пойду за ним. Не ходи туда, Крис. Я его лучший друг, и я его подвел. Нет, это он тебя подвел, и всех нас тоже. Плевать, я иду за ним. Ну, тогда я с тобой. Мне не нужна помощь. Иди одному. Самоубийство. Ладно. Остальные, идите в подвал. Прячьтесь скорее. И не вздумайте выйти, пока мы не вернемся. Сдается мне, ты не понимаешь, на что мы идем. Ну, лично я иду за Джошем. Нет, я иду за Джошем. А ты мне помогаешь. Надеюсь, это понятно? Да, понятно. Иди за мной и делай так, как я скажу. Вот этой стороной направляешь на цель. Спасибо, я умею стрелять. Нет, не умеешь. Что? Откуда знаешь? Поверь мне, знаю. Крис, береги себя. Чмоки сейчас будут. Поживее, сынок. Я скоро вернусь. Поплыл пацанчик. Ты эксперт по этим монстрам. Скажи мне, что я должен про них знать? Будь осторожен и делай, как я. Ну, сколько раз нужно выстрелить из ружья, чтобы их убить? Тебе придется долго стрелять. Очень долго. То есть так их вообще не убьешь? Нет, но это их задержит. Тогда как их убить? Они боятся огня. Я тоже боюсь огня. Если надо, их можно убить огнем. Их кожа прочная, как броня, пока ты ее не поджаришь. Ужас какой. Как ведут себя эти монстры? Они непредсказуемы или можно как-то понять, что у них на уме? Есть у них свои повадки, как у животных или у людей. Какие? У них типа распорядок? Они охотятся ночью. Почему? В основном все страшные события происходят ночью. Есть какие-то средства от Вендиго? Например, намазаться чесноком, чтобы тебя не почуяли? Так точно почуют. Ну хоть что-нибудь есть? Они не видят тебя, пока стоишь на месте. Но они как жабы. Могут различить только движущиеся предметы. Значит, пока я не двигаюсь, я типа не виден. Ну, я не советую проверять на себе. Только если совсем не будет выбора. Черт! А Джош это уже забрали. Его нет. Мы опоздали. Тихо. Надо уходить. Сейчас. Надо найти Джоша. Может, он здесь. Сначала Вендиго тебя обездвижит. Потом стерет живьем кожу с твоего тела по кусочку. А потом на твоих глазах будет пожирать внутренние органы один за другим.
Ужас какой. Тогда пошли в дом. Да-да, убедил. Идем. Он может быть близко. Стой! Не двигайся. Очень тихо. Беги! Давай, живо, живо! Твою мать! Какого? Назад! Назад! Охренеть! Мы тут прямо на виду. Надо убираться отсюда! О, господи, господи, господи! Вот он и погиб. Черт. Столько боролся. Страшно, эти твари. Ребята, Майк, старый отель. Почему так долго? 0447. Все пошло не так. Это мягко говоря. Крис, а мужик тот куда делся? Его убили? Ой, нет. Что случилось? Тот монстр разорвал его. У меня на глазах. Кошмар. Так, еще дверь есть? Нет. Точно? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, пожалуйста, не надо ничего искать. Будет лучше остаться здесь до рассвета. Здесь хотя бы безопасно. О, да? Предлагаешь нам дождаться, пока этот монстр вломится сюда и сожрет нас на завтрак? За нами придут. Утром. Ты уверена? Так оно и будет. Правда, Эм? Ну, да, наверное. Как хотите. Я пошел. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Джош? Еще одна шуточка. Класс. Если этот монстр утащил Джоша, то все, нам крышка. Не знаю, Майк, может быть. Что может быть? Может, он забрал Джоша в шахту? Что? Я видела там внизу ужасные вещи. По-моему, этот монстр там живет и... Эм, что? Хрен с ним. Я достану ключ прямо из логова этой твари, а потом мы свалим отсюда. Что это такое, Эм? Сумка того мужика. Там карта? Он ко всему подготовился. Не совсем. Что это за место? Охренеть. Что? В чем дело? Я был там. Это жуть. Вот там? Кое-кто выжил, но 15 человек погибло. Я нашел чертежи. Руководство знало, что шахта обрушится, но ее не закрыли. Майкл, давай лучше подумаем, как нам убраться нахрен с этой долбанной горы. Просто это странно. Везде чертовщина какая-то. Как-то странно, что есть тоннель между домом и лечебницей, ведь правда? Я по нему и шел. Я видела это внизу. Думаю, там он живет. Эм. Эм, что это? А? Что? Что это? Эш. Эм, господи, боже мой, только не да это ничего, какой ужас, ну, подумаешь, укус. Укус? А чей укус? Ну, это... Вендиго.
Что? Ну правда, это ничего, просто царапина. Болит? Черт. Уже совсем не болит, честно. Да все нормально. Эм, если он тебя укусил... Я знаю, что вы думаете, это ерунда. Да ну? Да. Эмили, дай нам посмотреть. Эмили, если тебя укусили, ты можешь превратиться в такого же монстра. Да это просто смешно. Он же сказал это от того, что они друг друга ели. Ты слышала? Он это имел в виду? Да. Раз он тебя укусил, ты тоже станешь Виндиго и захочешь убить нас. О, господи, что теперь делать-то? Ты должна уйти. Ой, какая уйти. Паникерша, ё-моё. Что? Майк! Уходи. Ты издеваешься? Эмили, ты теперь опасна. Ты офигел, что ли? Послушай. Ты не можешь остаться здесь. Майк, остынь, хорошо? Откуда нам точно знать? Может, это просто укус? Я видел, на что они способны. И с меня хватит. Вы что, ребят, вы совсем? Вот дверь. Я даю тебе уйти добровольно. Нет, ты просто отправляешь меня на смерть, но хочешь остаться чистеньким. Ты знаешь, что Виндиго тут же меня разорвет, как разорвал того... Да уйди ты, наконец, слышишь? Ты, уйди отсюда! Эй, ладно. Эй, Майк, остынь. Ты стрелять будешь? Майк, в меня? Ты слишком опасна, Эмили!